Диана, привет! Привет! Что ты сегодня будешь делать? Лулсы открывать! Мы будем открывать Lul Surprise серия Pets. Это со зверюшками. Угу. Мы такие еще не открывали. Это третья серия Лолов. Нам попался Play It Cool. Какой красивый шарик, да? Да. Ого! Такой большой вкладыш красивый. Ой, это тут всякие зверюшки. Слушай, там даже хомячки есть. Да, смотри, давай. А что вот это такое? Смотрите, ребята, я открываю. Да. Что там внутри? Да, покажи. Смотри. Я специально тебе не показывала, чтобы ты сама открыла. Это, наверное, песок, нет, кинетический? Да, песок. Блестящий причем, представляешь? Да. Песочек, а в нем обувки. Классные корзинки такие внутри. И вот такая. Мы очистили обувь от песка. Смотрите, какие классные ботиночки попались. Каким-то пушком, да? А, смотри. Ты сделала сумочку? Да, мы туда потом можем положить всех, кто нам попадется, и так носить. Что такое? Представляете, я загадала вот этого, и он попал. Смотрите, какой клевый кролик. У него даже глаза блестят, Диан. Я одену его на булочки. Будет мой кролик бегать. Он бегает, он спешит. Мы его пока обули. Ожерелье? Диана, это не ожерелье, это воротничок такой, чтобы ему не было холодно. Это бутылочка. Вот как он путенько кушает. А тут опять. Скажи, мама. Знаешь, что это? Это совочек. Вот такой белый совочек. Этим совочком вот сюда в песочке нужно было. Вот так поискать ботиночки. В следующий раз мы так и сделаем, хорошо? Угу. Вот такой Лол. Угадывай, кто там? Котик, собачка, хомячок, кролик. Тут собачка, которая с короной. Ого, а я котик. Что там? Что-то написано. Вот такое послание. Написано Brick and Leg. Собачка. Да? А может котик? Нет, собачка. Нет. Так. О, это кто такой? Обезьяна. Ты думаешь? Угу. Мы с Дианой не выиграли. Нам попался второй кролик уже с сережками. Какой красивый совочек. Маленький-маленький совочек. Они одинаковые с предыдущим? Да. Так это же кролики. Песочек. Угу. Вот. А он блестящий или нет? Слушай, ты, наверное, это золотой шар нам с тобой попался. Редкий. Нам с тобой еще очень повезло. Да-да-да. Что там есть это? Что-то золотое. Телефон? Ага. Какой у нас модный кролик попался. Смотрите, что нам попалось в песочке. Может, телефончик? Мы решили вот так одеть. И сосочка. Сосочка? Ага. Розовая, красивая. А, не угадала, ожерелье. Вот какое же. А?
вот такой бантик. Ты думаешь, это туда? Вот такое ожерелье попалось. Какой тебе больше нравится, белый или коричневый? Вот такой. Нет, тоже. Вот такой. Кто думаешь, собачка или котик будет? Котик. Окей. Смотри, класс. Куколка и собачка. Опять розовый. Светло-розовый. Желтый песочек, смотри. Ты же такая большая. Сама все делаешь. Молодец. Не угадали. Ой, котик. Котик, я угадала. Тебе попался котик. Вот такая попалась кошечка, милая. О, Диана, она с косичками даже? Да. Красный совочек. Красный? Какой классный. Смотри, он с ушками. Совочек. Обувки. Обувь, да? Значит, не будет босенький котеночек у нас. Какого цвета? Красного. Смотрите, как это все выглядит. Обувь там в песочке где-то зарыта, ее нужно достать, почистить, тогда одеть. Обувай нашу кошечку. Слушай, мы с тобой в конце еще их будем класть в холодную воду. Может, кто-то цвет поменяет? Будем еще с бутылочки поить, смотреть, кто что умеет. Все. Молодец. Мяу, мяу, мяу. Вот такие миленькие ботиночки попались. Что там такое? Ложка. Бутылочка. Обычная, розовая, да? Капелочка. Это ободочек. Смотри, наш котик превратился в кролика. Нам сегодня везет на кроликов. Смотрите, какой красавчик. Ой, красотка, вернее. Видишь, у нее косички. У Дианы котик на дискотеку пошел. И он слушает музыку, называет под музыками. Диан, тебе последний шанс, чтобы попался собачка. Или хомячок. Или летучая мышь. Как хомячок. У нас сегодня повезло, что очень много розовых. Да? Мальчачья, да? Угу. Ободочек. Вот такая красота. Синий совочек. Угу. Нам надо вытащить, посмотреть, что там. Давай, обувай на нее. Новые ботинки красные. Давай сначала попробуем его напоить водичкой. Угу. Так, давай ему пить. Диана! Ты знаешь, что он делает? Питик. Да. А теперь давай, чтобы он... Давай. Так, мочи его хорошенько. Так, он, наверное, не красится. Что-то он вообще не меняется, да? Не хочу, я не люблю холодную воду. Зато он по-настоящему ходит в туалет. Диана уже дает пить второму. Плачет. А ну давай ее в лед туда посмотрим. Ты не хочешь поменять цвет? Нет, не хочу.
котик? Угу. Хочешь брось его полностью в это? Котик. Не меняешь? Ты хочешь мочить волосы? Нет, не хочу. Тоже не меняет, да? У нас сегодня все в звери хотят в туалет. Эй! Мама! Звездочки! Ух ты! Вот это прикольно, да? Ой, слушай, ну бросай его полностью. У него там это, жилеточка, видишь? И хвостик поменялся. Да. Давай бросай. Смотри. Класс. Я хочу еще, которая собачка плачет. Это интересненько. Копайтесь. Как им джакузи? Холодно. Ну что, тебе зверюшки понравились? Мне тоже. Ой! Оставим Диану играть.